Всем привет. Тут выяснилось такое дело, что игрушка от этой студии Monita Design, Пилигримы, мною не играна, оказывается. Какие бывают проколы. Машинариум, там что, саморост. Я играл, даже чучело играл. А эта игра есть? Ну, я имею в виду, у меня она есть также. Вот, а я ни разу не запускал. Вот. Сейчас решил посмотреть. Пилигримы. Новая игра. Да. Адам. Добрый. Я не мам. Я там сам. Так дикий. Я вынашим. Алам. Хала. Спутник. Пики. Айо. Ну ха! Ох, что вы здесь? Я устала. На, дари. Класс. Там Шварц. Души. Так так добре тогда. Три филек. Хала. Карту как-то сюда надо перетащить, да? Опа. Мапа. Это типа сюда он пойдет, да? А, нет. Это карта. Увеличить ее нельзя. Костер. Костер. Ага, вот он так идет, да? Ладно. Опа. Давай. Что ж ты пустой-то, котелок? А это что за звездочка? А, пардон. Это меню. А это карта. А может что-то тут еще есть в палатке, а в этой нет? Давай. О, монету нашел. Я как чувствовал. Ну, мужик какой-то стоит. Ну-ка, иди к нему. Ты разбойник. Может, не стоит сюда ходить, а? Чё, жрать хочет? Желудь нашел. Тут вроде больше ничего нет. Давай к этой. А, он не может сюда пройти, я понял. А сюда?
А это еще что? Ну и что? А, птицу тебе надо? Я. Ну да. Понятно, тебе нужна птица. А вот это что? Цветочки какие-то. Не? Оп. И что это такое? А, ну это типа картошка, наверное. А может, можно желудь посадить, а? Ты можешь посадить желудь? Не. Так. Ну, картошку можно сварить. Правильно? Только воды нужно набрать. А здесь можно набрать воды? Hello. Да, успокойся. No, no. Это я понял, это мы поняли, да. Птица тебе нужна, на тебе котелок. Вода. О. Так. А картошку, если сюда, вот так. Нет, так это не работает. Ладно, иди к костру теперь. Правильно? Давай. Котелок сюда. Сюда картошку сюда. Грудка. Да. Забирай. Теперь идем к этому разбойнику, или кто он там. Привет. Ха-ха, да. Я пришел. На. Ты вот это хотел? Да. Ну, захватись уже. Дали. Ах ты гад! Спасибо, что стал. Дикий, что? А, он меня пропустил все-таки. И теперь он хочет... О, он хочет... Что-то выпивку какую-то. И он мне так что, пистолет отдаст, что ли? Что-то я не очень понял. Ты кто? Бабуля какая-то? Здравствуй, бабуля. И что будет? Монету тебе дать? Дай. Ой, ну на. На. Мама, погадали. Я. Пора! Еху! Ага. И что? Почему-то мне эта бабуля добавилась, да? Тут ничего нельзя. Тут ничего. Ладно. Давай сюда. А вот это вот. Нилкас. О, вот здесь что-то еще есть. Я вот как, прям как чувствовал. А, нет. Ничего нет. Так. Здесь, значит, этому нужна бутылка, а здесь сюда нужна птица.
Хорошо. Ну вот какой-то домик есть. Давай сюда. Улей. Давай. Ой. Иди. Ага. Сейчас метлой по голове получишь, я чувствую. Это что, маг? Прикольно. А это что? Нет, ничего. А если вот... Подожди, вот это вот. Сюда. Алибайба. Ты видел? Это ее дом. Нет, похоже, это и не подходит. А что ж здесь? Понятно. А монетку я не хочу давать тебе. Или дать тебе монетку. Ну на. Да что-то не тут не то. Ладно. Домик не прокатил. А ты что за мужик в зеленой шляпе? Или ты не мужик? Кто ты? Во, мужик. У тебя есть удочка. И у тебя есть меч. Ну. Алло, Анда. Он грустный. Может тебе мака дать? Я повеселее тебе сразу буду. Наверное. Нет. Монетка, я думаю, тебя тоже не сильно развеселит. Или как? Оп. Так, а это что за дом? Давай сюда. Сейчас будем ходить. Давай. Вода, вот и бутылка, кстати. Да-да-да, вот и бутылка. Рыба. А тебе нужна рыба. Ну правильно, рыба, значит там нужна удочка. А чтоб тебе такого? Может как-то можно эту бутылку спереть, нет? Хэмстим! Наш приятно! Астре! Так, она пьяная, да, теперь? А тебя не развеселит случайно? Не, она тут трезвеет, я понял. Да-да-да-да-да. Все понятно. Так. А вот что за костер.
Подожди, а как я туда попаду? А, ну да, вот же мост. Так, веревка, костер, грибочек, веревка, какая-то палка. Угу. А если набрать воды? Так, ты давай. Так. Да ладно, нет, это не надо. Подожди, это понятно. Котелок давай. Воду. Вот он, веселый. Так, старался мне. Так, монета тебя развеселила, это прекрасно. А грибочек тебя не впечатлит? Так, спокойно. А вот это? Да. А, а теперь монету, да? Ну? Так. Давай удочку, придурок. Ах ты гад! Ну ладно, на. А меч? О, тут целый что-то мешок. Я-я, да. Рыбу поймать где-то. Наверное. Ну вот. Вот тебе рыба. Ага, наживка нужна. Я понял. Давай. Ага, то есть я понял, я. Ага, где же ее взять? Ну вот здесь вот что-то, да, было? Чего? Давай сюда. Подожди, а, так я ж здесь копал и выбросил эту штуку. Не, это что-то не годится.
Нужна какая-то наживка. Типа червячка ж, наверное. Да, или... А чем еще? Да. А где же взять червячка-то, ребят? Очень странно. Так, подожди. Если я буду стоять, я точно ничего не... Давай, куда идись? Ну, давай сюда. Но тут же ж ничего нету. Нет, тут ничего вообще нету. А ну, сюда залезь. Проверка связи. Может, там что-то еще найдешь? О, опять монета. Ага. Это хорошо. Так. А где еще могут быть? Червяк быть. Червяк какой-то. А это что здесь? Это ничего, да? А это костер. Это костер, просто костер. Оп. Может, грибочек сварить? Вряд ли это поможет. Давай. Червяк-то. Ну или что? А может быть не червяк нужен, а вот здесь что-то, что-то еще. Там вообще медведь какой-то, там замок. А зачем тебе метла нужна? Объясни мне. Ладно. Ну давай. А здесь я был или здесь я не был? Тут вообще царь какая-то. Привет. У тебя червячка нету? Я не знаю просто даже, что ему нужно-то. Так, замок. Ага, а вот и червячок. Ну-ка. Не, подожди, ты червячка возьми. Ты не можешь открыть. А с веревкой? Ух ты, гад. Ладно. Ну, по крайней мере, теперь могу рыбу поймать. Наверное. Так. Удочка. На тебе червяк. Так, а кому нужна была рыба? Да, я уже забыл. А кому же рыбу-то надо? А, за бутылку, точно.
за бутылку. Ты ж здесь? А, нет, это у нас жареная рыба. А такая не пойдет? Сейчас она по морде этой рыбы. Понятно. Ну, или она может быть не жареная, а вареная? Костер. Не знаю, давай сюда. Ты сможешь рыбу как-то пожарить без... О! Отлично. Или не очень отлично. Там была не такая рыба нарисована. Но мы попробуем. Какая рыба пойдет? Да успокойся уже, давай. Так, бутылка есть. Бутылка нужна была разбойнику, да? Ну или вот этому вот товарищу. На. Так, это я понял все, да, это я знаю. Бутылка тебе нужна, сейчас, на. Да, йо, а шо ж ты? Желудь тебе нужен? У меня есть желудь, на. На тебе желудь. Да-да-да, мы друзья. Так, ага, у меня и разбойник добавился, и пистолет теперь есть. У меня теперь все есть. Почти. Так, как же? А как же, сюда что ли? А, нет, это ж священник. А где? Вот, вот этот дом, да, дед? Бабка злая. Ну, а ну вот так, как тебе? Руки вверх. Опа, метлу стырили. Типа достижения какие-то, да? Ну и что теперь? Так. Ну ладно, давай сюда опять. Тут замок. Там сила была нужна, чтобы эту палку. Ну, у разбойника ж сила должна быть. Ну-ка.
Ну, червячок опять. Давай. А ты молодец, мужик. Червячка подбери, мало ли, потому что пригодится. И? Угу. Пора погодиться. Ну понятно, дракон требует принцессу. А он и дракон. Ку-ку. Так. Оп. А, то есть ты победил дракона, принцесса твоя и царство твое. Не люблю. Ну да, понятно. Ничего нельзя здесь у вас украсть, нет? Ладно, тогда я пойду. Но мне нужен меч. А меч вот у этого, да, по-моему, был. И что ты хочешь за него? Привет, мужик. Так что это гора? Я тебе укажу. Того расколка. Так. Тебе деньги надо, да? А где я тебя возьму? Ну ты ж ты монету же одну не возьмешь. Мешок целый. Ты морда наглая, а какая? Где еще не был? Медведя не был. Ну пойдем к медведю. Сразу пристрелить его медведя. Не мудрость лукава. Ой, какой медведь классный. Опа, сейчас. Опа. Руки вверх. Оп, веселим базар. И что? Оп. Дем того мрыкнул. Какой-то бриллиант разжился. Что у нас тут? Съел картошку, подружился. Этот бабки дал. Тут выстрелил медведя. Где вот это все надо пооткрывать, я так понимаю, да? И что? Тут еще что-то есть или нет? Бриллиант меня никто, кстати, не просил-то. Может, его можно кому-то загнать? Ладно, давай сюда еще посмотрим. Что-то тоже есть, наверное. Что здесь такое? Ну-ка посмотри. Вот и все. А если метлой? Ну тут я не знаю, что надо-то. Так, где можно загнать бриллиант? Это нужен мешок золота. Может, можно продать бриллиант? Например, трактирщику, не? Можете его тоже пристрелить. Мне понравилось. Ладно, не будем всех убивать. Да подожди, не надо бутылку. Суп, суп, суп.
подожди, не надо бутылку. Вот так. Понятно. Что-то не то здесь. Здесь священник. Это все какую-то птицу там ждет, не дождется. А птица там, это может дракон должен быть. Кстати. Угу. Кто? Ну давай ты. Ты что тут у нас? Жених. Ага. Тебе бриллиант не нужен? Да, мы все знаем. Это мы все знаем. А, вот же бриллиант. Это же его и бриллианты есть. Давай деньги. Принцессу можешь оставить себе. О! Так, ладно. Идем сюда. Будем меч сейчас выкупать. И мочить дракона. Да, мы все знаем, что тебе нужно. Мы это все знаем. Вот мешочек. Ну-ка. Что здесь? Здесь ничего нельзя? Не, вроде ничего. Ну что, идем попробуем к дракону сходить. Принцесса равно сундук. Чё-то я не очень въехал. Может, тебе грибочком унести? Не? Не? Ладно. А мака? Не, не хочет. А из пистолета его не застрелить, наверное, да? Сейчас получишь, да, точно. Ужас какой, как кричит он. Так, принцесса на сундук. Где там король? Надо ему как-то это сообщить. Пренеприятная известность. Это... Хорошо. Да. Я дюкар.
Значит, да. Там уже сколько? Ну, значит, да. Я дюка. Так ты такая. Там уже сколько? Но. Но, хэ-хэ-хэ. Полюбуйся. Хэ-хэ-хэ. Моленьку, моленьку. Опа. Полюбуйся. Оп. Я всегда вам моленьку. Ах, так это у меня тебе принцесса здесь? А, так может принцессу надо подожди. Принцессу надо отдать дракону. А, принцессу надо отдать дракону, наверное, да? А он даст сундук. Или как? Дальше. А чё? Нужна птичка. Птички же у меня нету. Там он показывал, что на один шаг ближе стал, да? Было показано. Птица. А здесь что интересно? Теперь сюда. Оп. Что тебе на веревка нужна? На, у меня есть. Повеситься хочешь? Кого? Священника? Он хочет. Так, идем сюда. Ты же веревку хотел, на веревку. Что ты делаешь? Попустила. Бухмура больше
ему не даем. Так, ладно, а если... Сокра, черти на сон! А может, можно их сварить? Надо его связать как-то, да? Там же была же картинка, что черт тащит связанного попа. Ну-ка иди сюда. Не, не сюда. Вот сюда. Или там вода была? В котелке. Такая компания ходит. Ну-ка. Это потом разберешься. Ну-ка, давай воды. Вода. Так. Теперь к костру к ближайшему. Сюда. Опа. И вот мака. Не хочешь сюда? Оп. Так. А теперь к священнику. Сейчас, одну секунду. Так. Если... Давай вот ты. Сам черти нашел! Она. Как тебе такое? Так. А теперь так. Ага. А теперь ты. Ну идем сюда. Ты же этого хотел. Вроде бы. Опять птичка. Марти! Кантаре! Ну. Ну, осталось, наверное... Вот это, да, здесь с медведем разобрались, с чертом разобрались. Со свящи... А кто здесь? А кто здесь возле дома теперь?
я не понял. Ахой! Přijde mráček, možná sluníčko, ale zítra určitě deštíče. Jde, ano. Ага. Получено достижение благословения. Так, вот сюда надо. Тут же бабушки дом отобрали, насколько я понял. Ну да, 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 это мы поняли. Бэмц. Бэмц. Упс. Так. Что ж делать-то? Ну, это, видимо, так, да? Раз. Два. А, воды надо набрать. Так, до свидания. Сейчас. Да подожди. Да подожди, давай, набери водички. Молодец. Так, теперь сюда. На, получи. А теперь... Ау-ау-ау. И... Птичка. Так это последняя же, что ли? Сейчас птичку поймаю я. Вот. Ну, можно к лодочнику идти, да? Сюда. Сейчас опять будет объяснять все это 20 раз. Я понял, тебе нужна птичка. На. Юху. Это что, все? Mm-hmm.
тут что у нас? Играть заново. Ну, то есть вот... Ну, тут, наверное, разные есть концовки, да? Концовки и разные варианты прохождения. Судя по картинке. Правильно? Таки он может отрубить голову дракона и стать царем. На троне, вот он царь, и опять царь. Тут непонятно что-то. Ну да, достал довольно прикольно, но не знаю, стоит ли проходить его 20 раз. Ну в любом случае не сегодня, правильно? Теперь отсюда выбраться. Самое, да, самое. Нет, ну хватит. Я думаю. Что прикольная игрушка. Короткая, правда, очень, но ее можно несколько раз, видимо, пройти. Чтобы пооткрывать все-все карты. Ой, может быть, когда-нибудь. Ну, всем спасибо, кто смотрел. Кто смотрит на ютубе, приходите на Трово. Все стримы эти на Трово. Все, всем пока.